разгоняет Иванов. Против него Кукин. Забил! Забил! Сложнейшая победа! Потрясающий проход Панова. Наши обнимаются как дети. Ну просто потрясающая победа. Браво, Сергей! Забирает этот мяч у кучки. Браво, Сергей! Устоял. Кто-то сделал скидку на Вучича. Молодец, Мартин Шпигель и Панов. ЦСКА чемпион! ЦСКА чемпион, не дарите! 35 лет мы ждали этой победы. Столетний сезон отмечается, конечно, не участием в Еврокубках. Это обидно, но тем не менее, я думаю, что есть возможность в сезон столетия вспомнить о истоках, о резервах и подготовить команду, наверное, создать большой, хороший плацдарм, фундамент для того, чтобы на базе российских игроков ЦСКА в будущем играла достойно на самом высоком уровне. Чемпион Евролиги составит ЦСКА! 12-кратный чемпион России! Обладатель серебряной медали чемпионата Европы и двух чемпионатов мира! Сергей! Ценные рамки, очень ценно, особенно из рук президента клуба. Это вообще звучит очень ценно, почетно. Буду гордиться и повешу на самое видное место в квартире.